Здравствуйте и процветайте! С вами Нинель Смолина, консультант и преподаватель по китайской физиогномике, фэншуй и астрологии. Представляю вашему вниманию астропрогноз по восточной методике на 18 декабря, понедельник, земляной кролик, первый лунный день. Это день фундамент вашего будущего на предстоящий месяц. В этот день каждый может стать магом и волшебником своей судьбы. По праву первый лунный день считается чистым холстом, на котором вы можете написать все свои мечты, цели и пожелания. Четвертый управитель – баланс. Сегодня пытается привести все в равновесие, но отрицательные звезды вносят свои 5 копеек в энергетику дня. Шани счастья года и столкновения дня и года провоцируют людей на конфликты с противоположным полом. При судебных разбирательствах не удастся достичь преимущества, будет только баланс. День плох для дележа денег и наследства. Ретро-Меркурий продолжает свое попятное движение до 23 декабря. Он возвращает к тому, что недоделано и не завершено. А во всех новых начинаниях могут подстерегать неудачи и осложнения. Увеличивается количество ошибок в действиях людей и документах. Не стоит в период движения ретро-Меркурия давать и брать деньги в долг, так как потом их сложно будет вернуть. Не рекомендуется в период ретро-движения Меркурия покупать оргтехнику и автотранспорт. Они могут иметь скрытые дефекты, быть безнадежно изломаны или не совсем такие, как предполагалось ранее. Самый плохой часовой период с 17 до 19 часов. Благоприятный день для кролика, не подходит петуху. Успехи в образовании будут у петуха при хорошей подготовке домашнего задания. За помощью можно обратиться к обезьяне и крысе. Привлекательны и неотразимы сегодня крыса, тигр, лошадь и собака. Поберечь свое здоровье следует петуху, а повезет с деньгами змее и дракону. Всем остальным знакам удачного дня!